Я знаю, вы ждете моей смерти. А почему вы так думаете? А потому что это правда. Нет, нет, вовсе нет. Вы хотите моей смерти? Нет, вовсе нет. Не опирайтесь, ради бога. Я прекрасно знаю, что такое система Гаусса. Просто я хотела вас убедить, что пока смерть не входит в мои планы. Осенняя премьера в Шымкенте. Вера Алентова, Сергей Астахов, Анна Большова и Дарья Поверенова на сцене областного русского драматического театра расскажут историю о том, что в этом мире ничего не достается просто так. В то, что деньги автоматически делают человека счастливым, свято верит тот, у кого их нет. Чемоданы с хрустящими купюрами и крупные счета в банке несут с собой серьезные проблемы, о чем с удивлением узнает многочисленное семейство крупного предпринимателя. Именитые российские актеры театра и кино привезут в наш город авантюрную комедию «Роковое наследство». Специально для нашего телеканала Сергей Астахов записал видеообращение. Привет, Шымкент. Я очень рад пригласить вас на нашу премьеру спектакля под названием «Роковое наследство», который состоится в Русском драматическом театре 26 и 27 сентября. Приходите, мы будем очень рады встрече с вами. Спасибо. Билеты на «Роковое наследство» можно приобрести в кассе областного русского драматического театра.